Глазам не верю! Это же ты забрал мою тачку и испоганил всю вечеринку! О, брателло! Наверное, никогда не закончится.
Надо признать, я навострился с этими катапультами. Еще одна катапульта. Потрясно! Так не увидеть, где приземлился вертолет. Нужно забраться на самый верх. Это Рекс. Винни все-таки работает на него. Мне туда не в жизни добраться. О чем они говорят? Еще одна работа? А как же наш уговор? Я уладил все с Чаном, чтобы ты получил свои тачки. Я достал Тирекса, я достал Мега-Изумруд. И этот катер! Ты вообще понимаешь, через что мне пришлось пройти, чтобы все это достать? Но мне тут еще кое-что надо прикупить. И ты мне поможешь, Винни. Ты мне даже еще не заплатил за предыдущие заказы. А у меня издержки, мама, не горюй. И эти твои картины – бредовая мазня. Ты че несешь? Это же сам Ван Блок! Правда? Я в азиатской живописи не разбираюсь. Просто достань мне это, Винни, или ты пойдешь в расход. От этого бешеного Рекса я сам скоро стану бешеным! Мы все для него делаем, рискуем не по-детски, а он обращается с нами как с собаками, только кидает... Косточки? Чейз?
Что ты слышал? Ни слова. Только что-то насчет бешеного Рекса. Да, какая разница? Да, это тот частный покупатель, на которого я работаю. И он меня уже окончательно достал! Папаларда никому не спускает с рук такого обращения! Мы провернем свое собственное дельце! Что у тебя на уме? Самая большая шишка в Лего-Сити. Это алмаз такой в виде елочной игрушки? Да не такая шишка, я имею в виду Фореста Блэквелла. Недвижимость, холодильники, король города, короче. Форест Блэквелл? Я скажу ему, чтобы он взял пожарный катер и встретился с тобой. Давай, двигай. Ладно, Винни. Раскрывать карты мне пока нельзя. По крайней мере, до ареста Рекса. Ёлки. Винни хочет, чтобы я ограбил Фореста Блэквелла. Надо встретиться с Мо. Прекрасно. Я кончаю. Простите, у меня тут ЧП. Преступники уходят. Thank you.
По головке меня не погладят. Привет, Чейз. Я ожидал увидеть больше в этом туннеле, ведь Блэквелл несметно богат. Он остался незаконченным. После того скандала Блэквелл охладел к строительству. О, да? А в чем там дело было? Что? Да ты никак на необитаемом острове жил. Не совсем. Блэквелл хотел построить огромный жилой комплекс с торговым центром и всеми делами прямо в заповеднике. Но потом там обнаружили вымирающий вид белки, и власти заморозили проект. А он к тому времени потратил кучу денег на строительство моста между парком и спальным районом. Наверное, он был весьма огорчен. Еще как! Поклялся, что больше никогда ничегошеньки не построит. Так, а теперь молчок. Поднимись туда, забери добро и спускайся. Я жду здесь. Мотор глушить не буду. Ладно,